Два года назад академическому хору «Осана» исполнилось 55 лет, но в связи с пандемией не смогли провести праздничный концерт. Так что отметить это знаковое событие решили в этом году. Программу подготовили особую, было много патриотических песен. Вот хочется, чтобы, понимаете, чтобы Россия, произведения, песни, произведения России звучали как можно чаще. И чтобы в наших школах звучали такие произведения, чтобы детей воспитывали с такого возраста. Они должны быть воспитывать патриотизм. «Осана» – это один из ведущих хоровых коллективов нашего округа. В программе концерта была духовная и классическая, современная и народная музыка. Были и необычные номера. Например, произведение Карла Орфа шло в сопровождении фортепиано и барабанов. Этот концерт был для подтверждения звания народного коллектива. В репертуаре академического хора народные песни, романсы и многое другое. Нам буквально через 3 года будет 60 лет, тогда мы будем делать более такой помпезный концерт. А в принципе, мы очень рады, что мы выступили сегодня, и столько людей пришло, и в такой светлый праздник. Я думаю, что это было здорово. Впереди у коллектива грандиозные планы расширения репертуара и завоевания новых вершин. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.